Сегодня у нас пойдет речь о, пожалуй, самой загадочной семье, их легенды и тайны, истории их семьи, некоторые истории, они поросли такими мифами, вот, может быть, некоторые из них мы сегодня постараемся развеять, и думаю, что, говоря о Моршанске, многие люди, не только любящие историю родного края, но и жители других городов, Тамбова прежде всего, да и всей России, вспоминают имя Плотицыных. Имя купцов Плотицыных во многом известно по секте Скопцов, которая активно начала действовать в России с середины XVIII века. Масштабы деятельности были чрезвычайно велики, говорит Лидия Григорьева. И один из крупнейших центров, который возглавляли купцы Плотицыны, находился в Моршанске. В музее сохранился портрет Харлампия Плотицына, выкупленный Петром Петровичем Ивановым в 1912 году у родственников Плотицыных. Вот на этом портрете изображен Харлампий Плотицын, один из двух братьев, которых по записям Петра Петровича Иванова в Моршанске называли сосновскими купцами. Вот они, ну, как бы привнесли в Моршанск, вот эту скопческую, развили в Моршанске секту Скопцов. Судя по многочисленным вот сейчас открывающимся документам, секта Скопцов, ну, как ранее считали, что вот ее основание было в Сосновке и только в Сосновке, и потом сосновские братья Харлампий Егорк Плотицыны принесли ее в Моршанск. Но на самом деле секта в это время приобрела, о конце 18-го, начале 19-го столетия, приобрела обширнейшие масштабы. Основатель этой секты Кондратий Селиванов и Александр Шилов побывали в Сосновке в 1769 году. Там они прожили 3 года в доме крестьянина Сафрона Попова и оскопили, завлекли в свою секту огромное количество жителей. Но секта распространилась далеко за пределы самой Сосновки. В эти годы секты по Тамбовской области распространились, и число их входивших в секты людей было до 70 тысяч человек. Один из основателей секты Кондратий Селиванов в России был человеком известным. Его принимал и жаловал сам государь-император Павел I. Правда, до определенного времени. По одной из версий, Кондратий Селиванов, он предложил Павлу I оскопить собственного его сына, будущего государя-императора Александра, после чего Павел обиделся, и только тогда Кондратий Селиванов был окончательно заключен в тюрьму. Известно, что когда Кондратий Селиванов и Александр Шилов развели свою обширную деятельность в Сосновке, это история докатилась до самой государыни императрицы Екатерины II. И по ее велению в 1772 году Кондратий Селиванов и его сторонники были схвачены в Сосновке, были биты кнутами и должны были отправиться в Ригу. Но отправили их в Иркутск, в Сибирь, откуда потом, через некоторое время, он благополучно вернулся в Центральную Россию и активно начал развивать свою деятельность. Сектантов оскопляли, считая то, что только таким образом можно достичь духовного совершенства и достичь Царствия Небесного. Конечно, это были во многом заблудшие, отчаявшиеся люди, которые в секте искали утешение. Говоря о руководителях секты, Лидия Викторовна отметила, что это была элита. Люди богатые обладали огромными капиталами. Вот и одним из центров этой секты с огромными капиталами и был город Моршанск.
сосновские крестьяне Харлампий и Егор Платицыны после того, как Кондратий Селиванов и его сторонники были схвачены, переехали в Моршанск. И здесь при помощи своего племянника Максима Кузьмича Платицына был организован торговый дом Егор и Максим Платицыны. Но, видимо, не только, как считается, что различными товарами торговали Платицыны, видимо, они также подпольно занимались и ростовщичеством. В документах сохранили свидетельства о том, что вот сектанты, они имели свои подпольные банки, свои финансовые всевозможные организации, что они не брезговали шулерством, что обучались в специальных школах картежников. И таким образом они также заманивали в свою секту новых людей. О семье Платицыных мы знаем очень мало. Мы, например, знаем, что у Егора Платицына была дочь Татьяна, но свое наследство он завещал не Татьяне, а племяннику Максиму Кузьмичу Платицыну. И секту очень долго не могли разогнать. Действовала система подкупа, взяток, агентская сеть. И только в 1869 году чиновником особых поручений, который специально направляется в Моршанск, начато расследование по делу Скопцов. После первого же обыска Максим Кузьмич Платицын отсылает моршанскому полицмейстеру 25 тысяч рублей взятки за свое спокойствие. И он надеялся, что дело тем самым и прекратится. Но моршанский полицмейстер ждал такого исхода, и при свидетелях поручитель со взяткой был взят. Также и на следователей дел Платицыных уже не подействовали такие меры. Надо сказать, что обыски в доме Платицыных были продолжены, сам Максим Кузьмич был взят под стражу, и в подвалах домов Платицыных, а их у Платицыных было несколько, не только этот особняк, но два больших двухэтажных каменных дома, находившихся прямо за Моршанским Троицким собором, также принадлежали Платицыным. Вот там-то были, производились обыски, где были обнаружены огромные капиталы. По документам капиталы, многие лица, причастные к этому делу, работающие по делу, считали 3 дня. Но считать устали, насчитали 18 миллионов, бросили это дело, опечатали мешки. О капиталах Платицыных было много легенд. Говорили, что они бесследно исчезли, что попали в руки сторонника Максима Кузьмича, купца Залипупина. Но фактов, подтверждающих версии, нет. Остатки капиталов где-то в размере 770 тысяч рублей достались двум племянникам Максима Кузьмича, Ивану и Сергею. Иван и Сергей жили достаточно бедно, и дядя их не жаловал вот во время своей полной власти, видимо, потому что племянники не вступали в секту и не, видимо, не очень хорошо к этому делу относились. Иван Иванович Дубасов в своих краеведческих материалах рассказал о судьбе Максима Платицына. И надо сказать, что сложилась она непросто. Он лишен был всего имущества и сослан был в Восточную Сибирь. В свое время про него ходили слухи, что он сумел утаить часть имущества и убежал в Америку. Но это неправда. Платицын умер в Сибири 20 мая 1877 года. Вот что напечатали о нем в то время русские ведомости. В окрестностях Среднеколымска, в глухой деревушке Чевтуры, умер знаменитый Платицын. Умер в крайней бедности, в холодной гнилой избенке. Все те, кому доверял он во время известного моршанского погрома божьих детушек своих, деньги и процентные бумаги на сохранение, не возвратили ему ничего и даже не соблаговолили и купончиком полакомить его, его, который прежде резал их в таком баснословном количестве, среди грубых якутов, вовсе-таки не понимавших прелесть его учения, под шум степной метели, в непроглядной тайге, вместо своего моршанского дворца погиб он одинокий, всеми покинутый. Последние слова его были: «Холодно, дедушки, голодно, дедушка,
Где же вы, детушки? Пожалуй, одной из самых главных заслуг Плотицыных стало пожертвование на строительство Маршанского Свято-Троицкого собора, о чем есть запись соборной летописи. 1836 года, марта 22 дня, я, ниже подписавшийся, жертвую на построение нового собора во имя Святой Троицы денег 200 тысяч рублей, ходячую монету по курсу народного обращения. Вышеозначенную сумму жертвую второй гильдии купец Маршанской Егор Иванов Плотицын.